Визовый отдел при посольстве Польши находится на втором этаже. И мы идем на второй этаж. Получить карту ВНЖ для того, чтобы получить работу в Евросоюзе. С этой картой ВНЖ вы можете работать не только в Польше, но и в любой стране Евросоюза. А также ребята туда поедут уже через неделю-две, они уже были по рабочей визе и едут сейчас туда в новом статусе с картой ВНЖ. Даем документы, идем на биометрию, отпечатки пальцев и, в принципе, все. Понял. Дальше вы ждете? Дальше ждем. Так, ребята сейчас идут на биометрию для карточки ВНЖ. Да, помогала подавать документы на карту ВНЖ.